И снова всем здравствуйте, вы на канале Best Shot, меня зовут Влад, мы проходим Half-Life 2. Сейчас мы пригнали какую-то телегу и поднимаемся наверх. А до этого было очень много событий, можете посмотреть, что было в прошлых роликах. Пойдемте дальше. Включаем, запрыгиваем, погнали. Почему лук? Почему арбалет? Потому что лежали стрелы. Возле панели управления лежали стрелы. Потому и арбалет. Так. Мы договорились никуда не прыгать. Но куда там хочется попрыгать, правильно? Когда хочется стрелы, я думаю переключиться на нормальное основное оружие. И... Ну, в принципе, видно, что можно ходить поверху, только... А, вижу. Так, так, скрипты, скрипты. Вижу значок. Ага. Ага. Минус один. Минус два. Вижу значок тайника. А туда мы с вами... Как попадем? Поверху. Поверху спрыгнем туда. Угу, угу. Главное не забыть про него, правильно? Так. Да ты даже руку не положил на пульт. О чем ты говоришь? А мы продвигаемся все глубже и глубже. Я уже вижу лестницу. А я достану? Нет, не достаю. Так, хорошо, лестницу. Давай на лестницу. Слушай, тут четвертый этаж аж. Слушай, ну что началось-то? Что началось? Где? Так, сразу просто минус. Красный контейнер. Про него не забыть, а мы на него никак не попадем. Смотри, на нем нет ни лестниц. И балка третьего этажа проходит очень далеко. Как быть? Как быть? Как быть? Ага. Считается. Слушай, смотри, сколько этих ядер. И они не достаются, вот в чем суть. А как они то попадают? Они через крышу. А как мне попасть на крышу? Я хочу на крышу. А-а-а, елы-палы. Молодец, да? Да, молодец. Так, патронов у нас минимум. Что делать? Ой. Ну. Боюсь упасть. Ладно, не буду. Пушка номер раз. Пушка номер... Что такое? Ага.
Хоппер. Хоппер, оба-на. А кто так взорвался возле меня? Я же кинул это. Какая-то непонятная дичь тут в приближении. Возможно, это просто зум какой-то так настроен. Так. Что делаем? Продвигаемся к... Опа, к цитадели. Доктор Фриман, парни сказал бы, что нас рассеяли снайперы. Он в ангаре прижат к земле огнем. Ага. Он рассчитывает на вас. Ага. Понял? Понял. Видите нас? Где снайпер? Куда ты идешь? Вы же сказали, снайпер там. Не, не видел. Боезапас исчерпан. Ага. 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 Ай. Ага. Да отойди. Так, ну первый готов. Тут все понятно. Что со вторым? Ага, тоже все понятно. Вы из бара? Может, вы поможете? Снайперы подстерегли его на крыше ангара. Он отправился набрать гранат, но я уже сомневаюсь, что у него это выйдет. Вперед. Пошел набрать гранат, а получил... Ай, набрал люлей. Не попал, как не попал. Так кто там еще? Ты что тут делаешь? Отправляйся в свой зен. А я не добрасывал, да, все это время? Ага. Так, ну давай, надо добросить. Надо найти гранату. И добросить. Че это шустрый? По классификации зомби я также посмотрел. Есть зомби обычные. Есть зомби-комбайны. Военные в первой части я говорил. Мне это плохо слышно, но я думаю, может, кто-то разобрал. И комбайны, и зомби быстрые. Вот это был как раз-таки представитель быстрых. Слушай, ну а где гранаты-то? Вот, помните, я прислушивался в прошлой серии к мужику, который кричал. Так вот я думал, это вот этот мужик. Помогите! На помощь! Помогите! Ага. Мы думали, тут будет безопасней. Мы не подозревали, сколько их тут. Остальные ушли вверх по лестнице испытать удачу со снайперами. Думаю, они еще там. Боезапас исчерпан. А почему не попадаю? Мы и не подозревали, сколько их тут. Их кого? Зомби вот этих? Ну, мы разберемся. Остальные ушли вверх по лестнице, он говорит. Ну, подожди, давай сначала здесь посмотрим, что у нас творится. Ага, здесь мы были. Здесь мы были. Так, есть. Слушай, ну ты сам справишься, да? А?
Ага. Не попал? А почему? Осторожно было. Чёртовы снайперы не дают мне поднять голову! Брось парочку гранат! Подобьём их! А где? Ага, первый вижу. Отлично. Снайперов! Эй, не забудь про гранаты! Так, ну что-то как-то нерационально я поступил. 25. Уровень жизни. Этот меня ждет. Что будем делать? Да, мы с тобой в черном мезе развлекались. Так, еще. Давай, давай, давай. Бежишь? Барни, ёпта, давай пойдем. Чем ты там занимаешься? А что ты делаешь? Ты попасть не можешь, что ли? Пойдем скорей. Ты опять в героях, Гордон. Да так, кто бы? Гордон Фримен. Куда ушел? Давай! Следуй за мной. Ты где, мужик? Так это я за тобой следую, или ты за мной? Я там 5 минут назад был. Тут тайные делишки, ходы всякие. Слышишь мяуканье, она меня преследует. Он имеет в виду кошку. И вроде как из первой части. Осторожно! Так это я сделал, чё осторожно? Ага. Огромное устройство подавления. Радиус его действия охватывает все окрестности. То есть мы сейчас идем к этому Нексусу, я правильно понимаю? А, вот он, вижу. А, вон эта пушка, вижу.
подавлять всех проходящих, пока его не отключим. Идем. Так, ну тут понятно, давай. Ты меня запускай. Я со всем разберусь. Че, не будешь говорить удачи, Гордон, и закрывать дверь за мной? Можно не прятаться, нас заметили. Вон где ворота. Их надо открыть и вернуться сюда. Мне лично было. Нужно отключить ее изнутри. Вы начали не Так, слушай, доктор, конечно, давай. Теперь боюсь, они начали смотреть с подозрением даже на меня. Вот плата за службу представителю всего человечества. Геройство-то все уходит, когда мало хп. Погнали. Не успел. Этого паренька можно было освободить и дать ему оружие. И там, по-моему, даже достижения дают. Эх, не успел. Давай здание Нексуса мы... Так, сколько мы уже играем? Я не поставил опять таймер. Давай 15 минут поставлю. Там плюс-минус 5 минут, ничего страшного. Мятеж, мятеж, мятеж. Который мог бы направить сомневающихся и боящихся... Где? Почему для себя путь невежества и разрушения? Не заблуждайся. Вы начали не научную революцию, а путь к неизбежной гибели. Ну, Нексус, я думаю, мы сегодня заберем. Ага. Понял. Так, вы давайте... Начали. Туда? А я вот сюда. Панели безопасности. Отлично, я открою. Так, что откроешь? Ага, понял. Здесь все? Здесь все. Где? Видишь? Ну понял, в чем проблема, погнали. Вырубим все по одному. Раз в этом есть необходимость. Давай, так, так, так. Ага.
Что? Я знаю, что не понял. А где еще гранаты? Одну нашел. Ага. Хотя бы одного забрать. Так, пойдем дальше. Я так понимаю, это первое. Да ты развернись и убей его. Так. А вот две гранаты. Слушай, ну прям как раз. Так, а то он ушел. Где второй генератор? Ага, понял. Где? Слушай, а я не могу просто? Ну, конечно, конечно. Будь осторожен. Вот это да. Я еще не намотался сразу же. Так, ну с этим здесь опасно шутить. Не так, что я сделал? Я отключил защиту, понял, парни, прошел. Так, слушай, ну тут уже статуи Брина, он тут обжился уже нормально, так в этом Нексусе. Вижу генератор. Остался последний. Давай, я его видел. Ты откроешь? Ты не умеешь? Так, все наши ребята тут. Но мы в нужном направлении, если так происходит. Угу, двоих сразу. Что такое? Думал, тумба какая-то. Пройти не могу. Так. Ну, я вижу следующий генератор. И он где-то... где-то тут. Стреляй, ты кому это говоришь? Ты стреляй. Одного положил за все время. Так, ну это прям знакомо. Это прям здесь что-то где-то заблокируется. Ага, прям помню. Да. Ну я у тебя то же самое хотел спросить. Что такое? Не добрасывай. Да что ты мешаешь мне? Ну вон, они бегают. Какие? Я их выбросил уже все.
Да убери голову. Ага, смешно, блин. Я тут за птичку видел. Аптечку я видел здесь. Тебе-то явно не надо. Вот мне очень даже пригодится. Так, мы не добежали сюда. А, понял, одна. Ага. Ага. А теперь скажи, куда идти. Ничего себе спустился. Вот это я вообще не думал, что я так спущусь, интересно. Так, одни трупы, я понял. Да отойди ты. Других нет, да, только там. Ну ничего себе. А мы здесь были, да? Мы здесь пришли. Ложись! Здесь выход на крышу. Какой ты, конечно, интересный парень. На крышу, Гордон. Следуй за мной. Ты-то там на всем решил подорваться, что ли? Здесь выход на крышу. Наши ворота. Сейчас открою. Готово. Я стану здесь и попридержу эти ворота. Давай. Потребуется. Хорошо. Иди наверх и наведи мост. Нужно, чтобы поддержка. Хорошо. Подойти со всех направлений. Если появятся новые люди, я отправлю их к тебе. Увидимся позже, Гордон. Тогда давайте, знаете, сколько осталось? 4 минуты. Мы-то пройдем этот Nexus сегодня. Чтобы уже не размазывать этот кайф на несколько серий, сразу в одну все запишем. Ага, крыша, ага, транспортник. Ага, вижу. Будет бой. Я так понимаю, это не просто так мне дано. Здесь будет что-то интересное. Так, 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 сразу, сразу, сразу. Опа. Так, вот здесь. Где? Где? Угу.
Ага, понял. Дай аптечку. Так, понял. Здесь я отхватил больше всего плюх. Поэтому задача страйдера сразу убрать. Потому что, я так понимаю, дальше будет проблемно это сделать. Откуда? Ага. А сколько, я не понял, ему нужно, чтобы умереть? Почему он не умирает? Он все ушел? Так, я понял, хопперы уже взорвались, теперь начинается волна. Так, таймер зазвенел. Как мне его выключить. Подожди, меня больше интересует страйдер. Вон он. А чё ж я страйдера-то убить не могу? Не понимаю. Он пока типа недоступен для убийства или как? Это же тупо. Хорошо, недоступен, видимо. Побежали. Так, 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 так. Таймер уже прозвенел, но мы, я говорил, мы сначала вот эту локацию пройдем. Где ты? Подозрительно тихо. Я так понимаю, все мои союзники позади. Доктор Фрейд, мы отключили подавляющее поле и открыли ворота. Внезапно. Мы сможем задействовать людей. Вот теперь комбайнам не поздоровится. На той стороне площади стоит ящик с ракетами. Угу. Сумеете туда добраться, добудете все необходимое, чтобы сбить страйдера. Угу. Отправляемся. Угу. Понял. Наша задача пересечь это поле, я так понимаю. И в конце
найти ящик с ракетами. Ну, их же можно, у меня сколько? Три, да? Так, ну постой, помимо гранатомета у меня ведь еще... разные гранаты. Подствольники. Аптечка. Так. Так. Что делаем? Что получается, я его здесь не завалю? Завалили, смотри-ка. F6 сразу. Сохраняемся нафиг. Где ракеты? Мужики. Мужики, где ракеты? Угу. Один есть. Пройдите меня. Так, понял. Второй здесь же. Ага, понял. Меня ждут? Блин, нагибается. Ага. Я так понимаю, он сразу попасть не может, он пристреливается какое-то время. Так, ну моя задача, сказали, пересечь. Пересечь. Ай-яй-яй, 25. Почти. Пересечь это поле, и в конце вроде как есть. Так, ну слушай, я уже не знаю. Давай тогда на одном сосредоточимся. Мы же одного завалили, правильно? Нам хватило ракет. И сохранимся. После его убийства. Успешного. Есть. F6. Теперь моя задача добежать. Так. Понять, во-первых, где он. Вон он, видно. Ага. Побежали. Есть. Ну я не один, смотри там. Сколько там гранатометов?
Есть, F6. Было плотно так. Разбиваем все бонусы, забираем. Кто стрелял? Что это такое было? А вот это очень интересно. Это с каких это пор здесь такие интересные моменты? Я же вижу их, вон они бегают. Где? Еще один страйдер? Что, с ума сошел? Откуда ты вылез? Не было же тебя. Ага. Посмотри, почти готов последний. Где он? Вон он лазит. Нет, ну это классная тактика издалека. Раз. Так, ну я не уверен, что кого-то зацепило, но в любом случае я хоть попробовал. Нужно поближе подойти. Я думаю, это вот так делается. Слушай, смотри, здесь аптечка есть. Как хорошо. Катер-катер, я чё? Ёлки-палки. То есть надо с самого начала это все оббегать. Да. Нырять не надо. Надо по краешку аккуратненько. Слушай, а, ну стрел нету, да? Сдалека, чтобы такое метнуть. У вас проблемы. И мы все об этом знаем. Что там макушка? Макушку свою высунул такой. Типа спрятался. Это кто? Это откуда, точнее? Так, ну все, слушай, мы прошли эту площадь, сохраняемся. Подписывайтесь на канал, заходите в Discord, подписывайтесь на паблик, все ссылки будут в описании. Всем спасибо, всем пока, пау.